Здравствуйте! Сегодня я покажу, как добавить новый пост на свою страничку в Facebook. Итак, для начала открываем приложение Facebook. Затем видим здесь строку, где написано, что у вас нового. Нажимаем на нее. Пишем все, что вы хотите. Можем добавить также видео, фото, какие-то смайлы и так далее. Затем нажимаю «Опубликовать», и ваш пост опубликован. Теперь вы можете его увидеть на своей страничке. Подписывайтесь на канал, пишите свои вопросы в комментариях.